Научная библиотека Казанского федерального университета вновь обновляет свои полки новыми книгами для буккроссинга. Буккроссинг – это раздача книг, хобби, действующие по принципу социальных сетей и флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, парке, кафе, библиотеке, для того, чтобы другой случайный человек мог эту книгу найти и прочитать. Наш тематический буккроссинг посвящен татарской литературе, классикам и современникам. На выставке представлены книги как классиков и современных татарских писателей. Габдулы Тукая, Гумера Баширова, Разиль Валеева, Фатыха Хусни. Конечная цель буккроссеров глобально – превратить мир в огромную бесплатную библиотеку. Но это совершенно не означает, что книги исчезнут из наших книжных шкафов. Есть издания, с которыми читатель не расстанется никогда. Я считаю, что все книги достойны внимания, как я уже сказала, и Габдулы Тукай, как наш основоположник современного татарского литературного языка, так и современные писатели. Нельзя не упомянуть, что тематика буккроссинга обновляется регулярно, поэтому у студентов всегда есть возможность получить новые знания и незабываемые эмоции. Инициаторами этого проекта являются сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского при поддержке руководства Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.